особо не сказано. О. Так, сейчас запустила. Я сказал. Валерий, скажите, а у вас там свободная вершина была или нет? В вашем доказательстве или нет? Вершины, в которых... Ну, я их же не играла. Вы ею пользовались или я не понял? Она была заметена под ковер. Нет, нет, там что-то было, я еще раз скажите, была там свободная вершина? Я же их убирала. Во. Хорошо. А смотрите, почему у нас есть свободное доказательство, такая? Есть свободная вершина, поэтому мы уперлись в вопрос, что они вообще есть. Потому что бывают такие графы, в которых свободных вершин нет как таковых. Вот, например, слева на доске аккурат такое нарисовано, чтобы далеко не ходить. Оно не является деревом. Разумеется, но оно не является деревом. Но претензия же не к утверждению, а к доказательству. Ну, у дерева, соответственно, есть. Почему? Ну, потому что дерево, ну, конечное множество. А вот тот граф, который слева, он что, бесконечный, что ли? Тоже конечный. А почему у него тогда нет? Тут присутствуют циклы в этом графе. А как одно связано с другим? Цикл присутствует. Как связано одно с другим? Отсутствие циклов и наличие свободной вершины. В этом же и вопрос. Ну, если есть цикл, то... Извините, Тимур, нам совершенно все равно, что будет, если есть цикл. Нам важно, что другое, что если нет циклов, то найдется свободная вершина. А почему она найдется? Так, как невидимо. Отлично, отсутствие циклов – это такое глобальное свойство, да? А наличие свободной вершины – это свойство ровно ее. Такая вершина – это всего одно ребро. Все это. Но это видно невооруженным глазом, если мы построим дерево. Так, значит, это видно невооруженным глазом, извините за резкость, означает, что доказательств у вас нет. Когда такой довод математики приводит. Нет, невооруженным глазом, это не очень простое. Ну, и не очень сложное, но, так сказать... Сложное, но... Ну, либо доказано, либо не доказано. Ну, например, если бы граф был бесконечным, это тоже было бы неверно. Даже если при отсутствии цифры. То есть еще важно, конечно, и отсутствие цикла. Вот связанность не важна, потому что если у вас есть несколько компонентов без цикла, то в каждой группе есть свободная вершина, с этим как проблем нет. Ну, связанность тоже важна, разумеется. Ну, а что для чтобы эта формула была верна. Нет, для формулы, да, формула верна только для связанности. Да. Значит так, я предлагаю в целях экономии времени, да. Значит, давайте я коротенько скажу, почему она есть, родимая. Это свободная вершина. И мы потом, и мы продолжим. Отлично. А я тогда сбегу на одну минуту, чтобы я знаю, почему она есть. Сейчас, вот. Я буквально на одну минуту. Так. Ау. Вам передать доступ? Ну, попробуйте. Хотя это не так. Я надеялся просто словами поговорить и руками помахать, впрочем, как я моим машу, вы не увидите. Ну, передайте для прилета. Так. Для проформы. Ну, в принципе, можете включать свои... Ой, слушайте, Валерия, если это сложно, то бог с ним. Я и так нет, скажу. Нет, я уже все, можете, без разницы. Ничего я не могу пока, извините. Ну и бог с ним, еще раз. Значит, смотрите. Вот у нас есть конечный граф без циклов. Ткнем... пальцем в произвольную вершину. Если она уже свободная, вот хорошо, мы ее нашли. Так? Значит, если она не свободная, то перейдем, то поскольку граф наш связанный, то перейдем, ну, смотрите, вот. А, ладно. Значит, если не свободная, то поскольку граф у нас связанный, то мы перейдем из нее по какому-нибудь... То из нее выходит какое-нибудь ребро, это не может быть просто точка торчащая. Значит, перейдем по какому-нибудь ребру из нее в другую вершину. Так, хорошо. Если другая вершина свободная, то и хорошо. Если не свободная, то значит из этой вершины номер 2, куда мы перешли, выходит еще одно ребро. Другое, не то, по которому мы пришли. Перейдем по нему в вершину номер 3.
Опять же, если она свободная, то и ладно. Вот. А если не свободная, то, то из нее выходит еще одно ребро, не то, к которому мы пришли, перейдем в вершину номер 4 и так далее. Поскольку граф конечный, этот процесс в какой-нибудь момент оборвется. Потому что вершины у нас все время не повторяются. А не повторяются они у нас, внимание, вот это важный момент, потому что, значит, посмотрите, мы каждый раз мы следим, что каждая следующая отлично была от предыдущей, и при этом мы не можем ни на каком шаге вернуться в ту вершину, в которой мы уже были, потому что тогда окажется, что в графе есть цикл, а мы предположили, что циклов нет. Значит, поиск конечного числа шагов, наше мероприятие закончится. Закончится оно может только, если мы пришли в свободную вершину. Понятно, добрые люди? Да, понятно, спасибо. Ура. Так, все, Валерия, забирайте эту досточку и продолжайте мероприятие. Плоским графом называется граф, который изображен на плоскости, и его ребра не будут пересекаться. Да, собственно говоря, мы уже договорились, что у нас все графы именно такие, да. Да. Дальше, сейчас я буду доказывать формулу Эйлера. Да, для начала ее не вредно сформулировать. Извините. Формула Эйлера – это некоторое соотношение, верное для плоского графа, которым верно соотношение V минус R плюс G равняется 2. Так, значит, так, что такое G? Извините, это существенно. Где V вершины? Да, это конечно. Ребра и G грани. Так, значит, высокую вершину и ребра мы уже знаем. Широкую грань мы понятия пока не имеем. Объясните, это не совсем тривиально и не совсем интуитивно. Некоторая ограниченная ребрами часть плоскости. Так, можно вот смотрите. Вот сразу. Вот вы нарисовали какой-то плоский график, да, граф? Да. Вот тут вот. Давайте перечистите мне его грани. Тут какое-то, правда, ребро торчит и куда-то не... А, вы что ли его стираете ластиком? Угу. Валерий имеет в виду, что мы также считаем внешнюю грань неограниченную, как грань. Тогда там в коэффициенте будет 2. Это нужно учесть. Сейчас, минутку. Значит, что такое внешняя вот грань? Еще раз. Значит, неограниченная грань, которая... Значит, вот перечислите все грани вот у этой штуки. Первая, вторая, третья, четвертая. Да, совершенно верно. Значит, иными словами, значит, давайте я теперь вам так скажу. Значит, смотрите сюда. У нас есть, значит, у нас нарисован этот граф на плоскости. Вот теперь вспомним, что мы все изучали топологию. Если его вот с этими точками и ребрами из плоскости выкинуть, то будет конечное число компонент связанности. Вот эти компоненты связанности называются гранями. В том числе бесконечное тоже будет присутствовать, да. Все, продолжаем. Хорошо. Дальше рассмотрим наш граф. И будем постепенно убирать ребра так, чтобы, убирая некоторое ребро, наше количество граней изменялось на одну. Следовательно, вершина у нас останется неизменное число, а грани изменятся на одну. Ой, ребер мы убрали... И ребер тоже станет на одну меньше. Так. Сейчас. Таким... Да, таким образом. Сейчас. Мы будем постепенно убирать ребра так, чтобы количество граней изменялось. И в какой-то момент мы дойдем до ситуации с деревом. Так, сейчас, секунду. Значит, ну, с одной стороны, конечно... Формулы Эйлера и так все знают, так что чего уж там. Сейчас, значит,
Значит, смотрите. Значит, тут в этом месте имеются следующие тонкости, которые не хотелось бы уж совсем замылить. Во-первых, вот все это верно, формула Эйлера, только для, опять же, только для связанного графа. Если он не связан, уже будет не так. Вот, например, можно нарисовать там два треугольничка на расстоянии километра друг от друга. Тогда вершин будет 6, ребер тоже 6, а грани 3. И v минус r плюс g будет равно чему-то не тому. Правда? Мы предполагаем, что граф у нас связанный и плоский. Да, нет, разумеется, мы предполагаем, что граф у нас связанный. Тут опять же претензия не к утверждению, утверждение верно, если я говорю, что граф связанный, а к доказательству. Значит, честно говоря, не вполне очевидно даже то, что можно так по одному убирать ребра, чтобы число граней уменьшалось на единичку. И что еще важнее, нужно ведь еще их убирать так, чтобы при каждом таком убирании не нарушалась связанность графа. А это не самое очевидное, потому что если убирать ребра наобум, вот, например, вот в левом верхнем углу экрана сейчас там виден граф такой, вот там есть такое ребро перешейкс, которое соединяет треугольник с чем-то таким более запутанным. Вот если начать с того, что убрать этот перешеек, то мы столкнемся сразу с двумя неприятностями. Во-первых, число ребер уменьшится, а число граней нет. А во-вторых, был связанный, стал не связанный. Мы убираем наши ребра из цикла. Значит, мы убираем... Значит, смотрите. Да, это неплохая идея. То есть мы говорим так, что если граф уже дерево, то, так сказать, и так все понятно, потому что v минус r равно 1, а грань только 1. Вот дополнение к тому дереву. Так что как раз все и получится, что нужно. Есть не дерево, значит, в нем есть цикл. И мы убираем какое-то ребро из цикла. При этом связанность точно не нарушится, потому что, значит, если между двумя точками был путь до убора этого ребра, то если он не включает это ребро, то и хорошо, он останется после удаления ребра. А если включает, то вот этот участок по ребру можно обойти вот по оставшейся части этого цикла. Вот. Ну, еще, конечно, хорошо бы, честно говоря, понять, что граней уменьшится вот ровно на 1, а не на 2. Ну, ладно, это мы, пожалуй, замнем. Ну вот, придя к ситуации к дереву, мы знаем, что для дерева верно следующее. И отсюда выводим формулу Эйлера. Да. Хорошо. Так, секундочку. Поскольку я теперь единственный модератор, то, стало быть, буду зверствовать. Поднимите, пожалуйста, руки виртуально, например. Вот в меню участники там есть кнопка «Поднять руку». Поднимите руки, кто это более-менее понял. Ну, не обязательно доказательство, но хотя бы утверждение. Я думаю, что все вот так примерно это слышали, да? Я зря так думаю, правда? Неправда? Итак, вообще никто не поднял руку? Я пытаюсь найти, как ее понять. Значит, меню участники. Поднять руку. Ну, понимаете, поскольку ваш... Ну, ладно. Будем считать, что, значит, этот сеанс был болтовни моей. Заодно
и сыграл роль небольшого отдыха. Так. Давайте, Валерия, продолжайте мероприятие. Хорошо, дальше у нас идут некоторые следствия. Значит, мы помним, что следствия только те, которые, значит, мы реально будем использовать. Потому что да. Сама эта теорема, она непростая. Первый из них в связанном планарном в связанном плоском графе. Да. В связанном плоском графе, да, что в нем есть? При вершинах больших трех. При количестве верно. Больших. Ребер меньше или равно 3v-6. Это следует из того, что... Вы не торопитесь. Спокойно рассказывайте. Да. Каждая грань будет ограничена, по крайней мере, тремя ребрами. А каждое ребро ограничивает две грани. Следовательно, верно, что три грани меньше или равно двух ребер. Так, спокойно. Так, скажите мне, так, вот тот, кто понял это рассуждение, пусть скажет в микрофон. Я это понял. Ну, понятно, все, кроме каждую грань ограничивают три... Вот три или больше ребра. Значит, так, смотрите, во-первых, почему каждую грань ограничивает не меньше трех ребер? Потому что если грань ограничивает два ребра, это значит, что есть две вершины, которые соединены двумя ребрами. А мы договорились, что такого не бывает. Нет, так сказать, двуугольников среди граней. Так что каждую грань ограничит не меньше, чем три ребра. Так. А дальше в чем дело? Ну, все отсюда следует, что грань этих ребер... Да вы подождите, подождите. Валерий, куда вы спешите? Нет, это, наверное, правда. Но все-таки... Итак, тот, кто понял неравенство 3G меньше либо равно 2R, еще раз скажите мне, я его понял. Я его понял. Так, Тимур, это хорошо. А еще? Может быть, вопросы кто-нибудь задаст? Просто так будет проще. Ну, вопрос тут, боюсь, самый естественный для тех, кто не понял, а почему это так. Тут, поскольку тут не было никаких рассуждений проведено, тут не за что зацепиться, чтобы вопрос задать. Валерий, может, пояснишь тогда это? Может, почему-то. Так. Ну, Тимур, вам водить. Я боюсь. Ну, может быть, Валерий. Не хватит, ну окей. Ну, смотрите, каждая грань у нас ограничена, по крайней мере, тремя ребрами. Да. Да. Ну, следовательно... Блин. Ну, идея заключается в том, что у нас ребро, оно граничит, оно является границей двух граней. То есть да, по две стороны. Правильно. Соответственно, отсюда берется коэффициент 2. Которым мы домножаем на ребра. Так как у нас грани будут пересчитаны два раза. Да не грани, а ребра. Значит, ну, хорошо, ребра. Давайте я скажу. Значит, посмотрите. Посчитаем, сколько тут всего ребер. Посмотрим, сколько ребер на первой грани. Прибавим это количество ребер на второй грани и так далее. Просто сложим количество ребер на всех гранях. Это получится удвоенное количество ребер. Поскольку каждое ребро примыкает к двум граням, то каждое ребро будет посчитано дважды. Значит, 2R равняется число ребер на первой грани плюс число ребер на второй грани и так далее. Теперь число ребер на каждой грани не меньше трех.
Поэтому если мы от каждой грани возьмем не буквально число на ребер у этой грани, а просто 3, то мы получим опять вот сумму, то мы получим штуковину, которая, получим величину, которая не больше количества ребер на всех гранях, с одной стороны, то есть не больше 2R, с другой стороны, это равно просто 3G. Понятно? Ну, мне да, понятно. Я это... Понятно. Понятно. Все, отлично. Валерия, давайте дальше. Ну, все, дальше просто выкладка. Давайте, выкладывайте просто. Так. Так. Ручку. Так. Да, Г не превосходит 2-3R. Так. Хорошо. Так, выкладку понимаю. Все. Еще не все, так. Ну и вот наше соотношение. Это 6. Что я делала? Сейчас. Вот в том-то и дело. Не спеши. Не надо спешить. Да, да. Так, это мы уже один раз видели, но хорошую вещь можно повторить. Ну и... Угу. Да, все, вот теперь понятно. R не превосходит 3v минус 6. Всем понятно? Следует нашего... Так, значит, Валерий, я предлагаю оставить утверждение и стереть это доказательство, чтобы все видели утверждение, и чтобы так вот оно видно было, что еще следует. Потому что доказательства мы уже видели, но... Что, как скажете? Вот так скажу. Хорошо. А второе то, что граф, связанный плоский граф, имеет вершину в степени не более 5. Вот. Имеет вершину. Подлежащее напишите. Я думаю, это оттуда. Нет. Человеку должно быть понятно, если у него вдруг там внимание отвлечется, там комар пролетит, мало ли. Вот. Должен быть запас прочности. Вершина степени не более 5. Степени не более 5, да. Кстати говоря, у меня скромный вопрос. А что это такое степень вершины? Это количество ребер, выходящих из нее. Причем что? Хорошо. Мы предполагаем, от обратного, предполагаем, что степень Спасибо. Каждой вершины не менее 6. Так, значит, вы напишите что-нибудь от противного, например. От противного. Степень. Пусть слово есть хорошее. Пусть степень каждой вершины не менее 6. Каждая вершина. Не менее 6. Пусть. И что же в этом плохого? Давайте поймем. То будет верно соотношение. Так. Так. Оно бесспорно будет верно. Но я бы хотел, чтобы народ объяснил, почему оно будет верно. Оно не то чтобы сложное, оно это аналогично тому, что было в предыдущий раз, но так, одна из служб не работает, это кого-то. Да, простите. Итак, кто-нибудь из слушателей, не докладчик и не ассистент, почему это 6В не превосходит 2R? С чего бы это вдруг? Ой, люди.
Может, нет идей? Ну что? Ну, нету идей. Тут аналогично, да. Да, тут абсолютно аналогично. Так, ну хорошо. Значит, если у граждан нету идей, то ваша задача эти идеи им подкинуть. Подкидывайте. Ну, аналогия, может быть, заключается в том... Не, да, не, да не надо аналогии, пройдите рассуждение. Что-то сам ответ? Да нет, да нет, ответ же написан. Рассуждение проведите. Я имею в виду рассуждение, хорошо. У нас ребро соединяет две вершины. Соответственно, когда мы считаем степень вершины, мы будем пересчитывать каждое ребро два раза. Так, соответственно... Ну, я не думаю, что это много кто понял, хотя может быть. Ну, нет, давайте я скажу. Значит, посмотрите. Давайте мы сложим степени всех ребер. То есть, иными словами, для каждого ребра возьмем, сколько вершин из него выходит, и вот эти числа сложим. Значит, сумма всех, это будет сумма степеней всех ребер, и при этом каждое ребро сосчитается дважды, потому что у каждого ребра два вершины. Поэтому 2r равно сумме степеней всех ребер. Есть предположение, что каждая из степеней не меньше всех вершин. Если предположить, что каждая из этих степеней не меньше 6, то 2r, то сумма степеней всех ребер, которая 2r, больше либо равна, чем 6 на количество ребер. Вот тут это и написано. Понятно? Тут второй раз применяется та же самая прекрасная идея. Так. Ну вот, следовательно, мы получаем, что три вершины меньше или равно r. И потом, вспоминая пункт А, у нас следует, что три вершины меньше три b минус 6. Но это невозможно, и, следовательно, наше предположение... Да, но это невозможно. Да. Напишите противоречие, на всякий случай. А то вдруг кто-то не догадается, что это противоречие. Так. Так. Еще два следствия получено. Так. Значит, собственно говоря, давайте тоже. А, спокойно, нам сейчас только следствие будет нужно, правильно? Да. Очень хорошо. Ну, теперь давайте это самое. Двигайте. Могу ли я рассказать про теорему Пика сейчас? Потом, потому что... Про теорему чего-чего? Пика. Пика? А она нам нужна? Это была последняя тема, которую мы не успели сказать, но она очень красивая. Вот. Ну, нет, минутку. Нет, давайте-ка мы расскажем Сильвестра. Это хорошо, если успеем. Нет, нет, не будем... Значит, ну, тут много чего красивого, но давайте мы не будем уклоняться. Мы уже все подготовили для, и дальше там не так все просто. Хорошо. Теорема Сильвестра-Галая. Да. Она, что характерно, будет не про графы. Теорема Сильвестра Галая гласит, что для любого множества большего так, значит, трех точек... Валерия, никто ничего не поймет со слуха. Пишите. Пусть конечно, буль-буль, тогда буль-буль-буль. Ой, для любого не надо. Это формулировка для эстрады. Пусть тогда. Хорошо. Пусть n больше трех точек на плоскости... Так. Не лежащих на одной прямой. Не лежат на одной прямой. Без этих причастных оборотов. Не лежат на одной прямой. Пусть, и пусть дано n больше равно трех точек на плоскости. Понимаете? Еще не хватало, чтобы люди отрубились на уровне формулировки. Вот после пусть дано. Да, хорошо. А после пусть все равно напишите дано. Извините, я настаиваю.
Так. Не лежащие. Так, а они не... Хорошо, не лежат на одной прямой. Так, дальше. На следующей строчке. Тогда. Тогда. Найдется прямая. Так, найдется прямая. Содержащая ровно две точки. Содержит две точки. Содержащая ровно две точки. А. Ровно две точки. Две точки из них. Так. Угу. Очень хорошо. Значит, так. Хорошо. Пусть у нас есть некоторые... Что сейчас происходит? Вот вы сформулировали теорему. Дальше что? Доказательство. Да, доказательство. Сейчас. Значит, прежде чем вы начнете доказывать доказательство, я скажу следующее. Значит, эта теорема не совсем проста по следующей причине. Так, это не чистая линейная алгебра. Потому что на плоскости тут имеется в виду вещественные, на R2. На C2 это уже неверно. Вот, значит, если разрешить координатам точек быть комплексными числами, то можно разместить 9 точек, из которых даже никакие 4 на одной прямой не лежат, с таким свойством, что прямая, соединяющая любые две из них, проходит через третью. Вот. Так что какими-то простыми там операциями с помощью там сложения, вычитания, умножения векторов на число, там или подсчет в ранг матрицы, или что-нибудь еще в этом роде, мы эту теорему не докажем, потому что она зависит от основного поля. Ну вот, на вещественной плоскости, тем не менее, это правда. Сейчас мы увидим, как специфика в доказательстве используется. Да, давайте рассказывайте, Валерия. Хорошо. Так. Оба-на. Так. Значит, я буду время от времени прорывать и объяснять народу, о чем идет речь. Хорошо. У нас есть некоторая... Так, S2 – это единичная сфера. Сфера да. R3. Да. R3. Мы вложим в нее плоскость R2, как показано на рисунке. Чего? Вложим? Вложим плоскость R2 в R3. Это не вло. Это, значит, может быть, спроектируем тогда? Ну, значит, ну, нет. А, ну, господи, потом вы же... Значит, так, секундочку. Давайте я... Значит, вы по логике все проходили, да? Да, да. 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 Вот давайте я... Так, по-рабоче-крестьянски объясню, что на самом деле тут происходит. Потому что иначе вообще это будет выглядеть как какой-то зверский искусственный трюк. Значит, во-первых, мы плоскость R2 расширим до плоскости RP2. Как это делается? Берется точка вне этой плоскости, значит, плоскость складывается в R3, берется точка вне этой плоскости, в данной картинке центр сферы. Теперь вспомним, что RP2 – это все прямые в R3, проходящие через данную точку, да? Ну, начало координат, допустим. Поскольку у нас все координат нет, можно считать, что центр сферы – это начало координат. Так вот, теперь посмотрите. Каждой точке в нашей плоскости мы поставим прямую, соединяющую эту точку с центром сферы. Вот три такие прямые уже нарисованы. Видите? Соответствующие трем точкам. Так? И кроме того, мы еще... Кроме того, еще будут прямые, проходящие через центр сферы, но не соответствующие ни одной точке на нашей плоскости. Это, собственно говоря, будут какие прямые через центр сферы? Так, вопрос ко всему народу. Еще раз можете повторить? Могу. Значит, смотрите. R2 – это обычная эвклидова плоскость.
РП2 – это множество всех прямых, проходящих через центр сферы. Это все понятно? Да. Вот. Есть еще, значит, мы вкладываем R2 в RP2, ставим в соответствие каждой точки в R2 прямую, проходящую через центр сферы, и это точка на R2. Вот, вот на рисунке, который Валерия закинула, у нас есть три жирные точки на RP2, им соответствуют вот три прямые, проходящие через них центр сферы. Видите? Да. Что? Да, да, видно. Видно. Хорошо. Кроме того, есть еще прямые, проходящие через центр сферы, которые ни одной точке на плоскости не соответствуют. Что это за прямые? Параллельные плоскости? А, параллельные. Да. Да, параллельные плоскости. Значит, эти прямые, они образуют так называемую бесконечно удаленную прямую на проективной плоскости. Так. Дальше. Кто такие прямые на проективной плоскости? Ну, смотрите, вот если мы возьмем прямую на плоскости R2 и построим плоскость, содержащую ее, и центр сферы, у нас получится плоскость в R3, проходящая через центр, да? Это прямые, вот, стало быть, каждая прямая в R2, каждая прямая в R2 соответствует плоскости в R3, проходящая через центр. И есть еще какая-то плоскость в R3, проходящая через центр, но никакой прямой не соответствующая. Что это за никакой прямой в R2 не соответствующая? Что это за плоскость? Параллельная. Да, это... параллельная нашей плоскости R2. Эта плоскость, соответственно, это бесконечно удаленная прямая. Она состоит из бесконечно удаленных точек. Вот в ней содержатся все прямые, проходящие через центр сферы, и параллельно нашей исходной плоскости. Таким образом, мы вложили плоскость R2 в проективную плоскость RP2. Это понятно? Да. Да, прекрасно. Ну и с другой стороны, значит, RP2 – это множество всех прямых в R3, проходящих через центр сферы. Вот. Если теперь эти прямые попересекать со сферой, то у нас получится следующее. Что точки нашей проективной плоскости – это просто пары диаметрально противоположных точек на сфере, да? Это мы помним, что это проективная плоскость, не правда ли? Вот. А если мы еще эти прямые наши в РП2, то есть плоскости, проходящие через центр, попересекаем со сферой, то у нас получится, что... Стало быть, что прямые на проективной плоскости – это не что иное, как большие круги сферы. Понятно? Да. Вот. И теперь, значит, открываем секрет. Теорема Сильвестра-Галаи верна не только для обычной плоскости, но и для проективной плоскости. Если в проективной плоскости вещественной взять конечное число точек, так что не все на одной прямой, то найдется прямая, опять же, проективная, содержащая ровно две из этих точек. И вот именно это мы и будем доказывать. О нашей плоскости R2 мы скажем всего хорошего. Так, теперь, Валерия, теперь вы хотите чего-то сказать из чего я знаю. Теперь мы получили утверждение, что для любых больших трех окружностей на S2, не проходящих через одну и ту же точку, найдется точка, принадлежащая ровно двум окружностям. Так, секундочку. Значит, смотрите. Да, ну давайте действительно скажите это в терминах теперь вот этих пар точек и больших кругов. Давайте, значит, еще раз. Точки на проективной плоскости – это пары
диаметрально противоположных точек, а прямые на проективной плоскости – это большие круги. Так, теперь давайте переформулируем. Нам дано то-то, то-то, то-то. Угу. Ну вот, мы когда заменили вот эти диаметрально противоположные точки… Ой, господи. И, значит, да, дайте формулировку аккуратненькую. Для n больше трех. Нет, значит, пусть, опять же, пусть тогда. Пусть, да, но теперь в терминах сферы. Пусть. На сфере. На F2. N больше трех больших окружностей. Куда больших окружностей? Подождите. Валерия, вы уже тут что-то дуализируете. Это очень рано. Сначала... То есть, ну, в общем, это преждевременно, точнее. Валерия, да, надо сначала... Сначала про точки скажите. Про точки что? Заменяем. Заменяем, да. Итак, значит... Заменяем каждую пару точек, которые диаметрально противоположны. Да подождите вы заменять каждую пару точек, боже мой. Сформулируйте теорему Сильвестра-Галая в терминах пар точек на сфере. Пусть. Я-то это уже знаю, а остальных пожалеть надо. N больше трех. Пар точек. Пар диаметрально противоположных точек. Не жалейте букв. Диаметрально противоположных точек. Точек. На сфере. На S2. Пишите. Они не лежат на одной окружности. Значит, запятая, не лежащих на одном большом круге. Окружность – это не лежащих на одном большом круге. Тогда найдется... окружность, содержащая ровно не, две... Не окружность, большой круг. Тогда найдется большой круг. Большой круг. Так. Большой круг, содержащий ровно... Две пары таких точек. Ровно две такие пары. Две. Такие пары. Точка. Спасибо. Так, теперь, значит, подождите немножко. Значит, теперь, прежде чем вы перейдете к решающему этому самому, значит, давайте я немножко объясню, значит, каков общий смысл. Значит, посмотрите. Можете чуть-чуть проскролить вниз, чтобы была видна предыдущая, была видна исходная формулировка. Так, ну там что-то обрезано слева у меня на экране, может, это не страшно. Чуть-чуть пониже, там заслоняется чем-то. О, гениально. Значит, посмотрите. Проективная геометрия прекрасна в тем, что для нее имеет место так называемый принцип двойственности. Что же это такое? А именно, пусть у нас есть какое-то утверждение, в котором участвуют только точки, прямые, и их, что называется, инцидентность. Инцидентность означает, что точка лежит на прямой, или прямая проходит через точку. Так вот. Если верно какое-то утверждение, в котором участвуют только точки прямые, и вот отношение прямая проходит через точку, то верно и двойственное утверждение, которое получается так из исходного. Каждое слово «точка» мы меняем на слово «прямая». Каждое слово «прямая» мы меняем на слово «точка». Так? Ну и, наконец...
точка лежит, вместо точки лежит на прямой, вместо точки лежит на прямой, мы говорим, прямая проходит через точку. Вместо прямая содержит точку, мы говорим, точка содержится, содержится в прямой. Вот. Давайте вы каким-нибудь другим цветом напишите двойственное утверждение к теореме Сильвестра Галая. А, получается. Значит, пусть. Итак, двойственная теорема Сильвестра Галая. Двойственная теорема Сильвестра Галая. Да. Значит, итак, пусть на проективной плоскости, тут лучше писать проективная. Пусть на проективной плоскости. А на РП2 можно? Можно. Можно. Хотя тут не важно, над каким полем, но на РП2 можно. Впрочем, для Сильвестра Галая важно. Да, пусть на РП2. На РП2. Предлог на отсутствует. Пусть будет. Так, пусть на РП2. Еще для n больше 3 больших. Ой, опять начинается это для. Дано. N. Каких больших кругов? Прямых. Дано. Дано. N больше 3, равно 3. Давайте. Так, прямых. Так, у нас было дано N больше равно 3. Точно, теперь дано N больше равно прямых. Так, запятая. С каким условием? Про точки у нас было, что они не все лежат на одной прямой. А тут нужно что? Из зала подсказывайте. Могу я подсказать? Да, конечно. Получается, сейчас, для окружности, не пересекающихся... Какие окружности? У нас прямые. Хорошо. Какие такие окружности? Не знаю, какие окружности этих ваших. Прямые, не пересекающиеся в одной точке? Да, которые не все пересекаются в одной точке. Да. Как напишите? Которые не все пересекаются в одной точке. Не все проходят через одну точку. Одну точку. Так. Так, со следующей строчки. Тогда существует. Так, внимание, посмотрите на исходную формулировку. Давайте. Спокойно, без нервов, сейчас все выйдет. Тогда существует кто? В исходной формулировке что было написано? Кто тогда? Большой. Че-че? Не слышу вообще. Большой круг, содержащий ровные точки. Какой большой круг? У нас проективная плоскость, и точки прямые. На помойке я видал большой круг. Нет. Вот в терминах проективной плоскости. Тогда существует... Было что? Кто существует? Диаметра. Была прямая, а стала точка между двойственностью. Да. Точка. Так, дальше, правильно. Какая точка? Принадлежащая. Да, принадлежащая. Двум. Ровно двум. Да, ровно двум. Ну, простите, но в исходной формулировке было ровно? Согласен, да. Ровно двум из этих прямых. Отлично. Так, это, значит, мы всего лишь дали формулировку. Теперь смотрите. Так, Валерий, теперь опять немножко я чуть-чуть, значит, возьму управление на себя ненадолго. Значит, теперь смотрите. Принцип двойственности заключается в следующем. Что теорема любая про точки и прямые
верна, вот про точки прямых инцидентности, верна тогда и только тогда, когда верна двойственная к ней теорема. Так, Валерия, можете объяснить, почему это так? Вот теперь нужны ваши эти большие круги и все такое. Вот эта конструкция вот с правым кружочком, точнее, шариком, сферочкой. Вот посмотрите, сейчас мы проведем мероприятие, которое каждой точке на проективной плоскости сопоставит объективно прямую на проективной плоскости, а каждой прямой точку. Давайте, рассказывайте. Самое оно будет сейчас. Ау. Ну. Значит, вот теперь вспомним нашу сферу, что точка на проективной плоскости – это пара диаметрально противоположных точек, да? Какую прямую мы сопоставим? А каждая прямая – это большой круг. Правильно? Так, вот если есть пара диаметрально противоположных точек, какую мы прямую если поставим, какой большой круг? Валерия? Ау? Сейчас, немного непонятно. Значит, еще раз. Да, да. Сейчас мы обоснуем принцип двойственности. Мы построим биекцию между множеством точек и множеством прямых на проективной, на РП2. Угу. Так что при этом, если точка содержалась в прямой, то соответствующая ей прямая проходит через соответствующую прямую точку. Понятно? Угу. Так, Валерия, это какая это биекция? Ну, Тимур, или вы тогда рассказываете? Какая это объекция? Да. У вас все нарисовано, надо только слова сказать. Сейчас. Не могу подобрать объекции. Да. Валерия, вы. Точка – это пара диаметрально противоположных точек. Прямая – это большой круг. Как мы паре диаметрально противоположных точек ставим в соответствие большой круг? Вот нарисован уже на рисунке, просто прокомментируйте его. Как экватор, имеется в виду? Да. Ага. Значит, паре противодиаметрально противоположных точек мы ставим в соответствие экватор. Вот мы считаем, что пара – это северный и южный полюс, тогда большой круг – это экватор. Да. А большому кругу мы ставим в соответствие какую пару точек? Которые диаметрально противоположные. Ну, их много таких пар. Какую конкретно? А, полюс южный и северный. Да, два полюса. Да. Так. Хорошо, так кто там ушел-то? Не докладчик, я таки докладчик. Так. Хорошо. Значит, понятно, почему это биекция между точками и прямыми? Да. Между парами диаметральных противоположных точек и большими кругами. Да. Мы так и строили. Да, вы так и строили. Хорошо. Так, Валерия, можете теперь переформулировать эту... Значит, стало быть, исходная теорема верна тогда и только тогда, когда верна двойственная. А двойственную мы сейчас докажем. Валерия, можете переформулировать в терминах теперь этих больших кругов, про которые я так нехорошо высказался, и пар точек? Да, конечно. Значит, давайте еще каким-нибудь цветом, чтобы было видно, что мы... Ну что, сиреним, дайте что-нибудь еще. Много... О, неоновым желтым. Так. Нет, давайте зеленым. Дайте зеленым. А пусть оно... Значит, пусть дано, ну хорошо. N больше либо равно трех. Больших окружностей. Да, больших кругов.
Ну, это окружности, конечно, но их традиционно называют кругами. Кругов. На S2. Да, на S2, которые, ну, условия все-таки нам нужны. Которые не переходят через одну и ту же точку. Ну, через одну и ту же пару диаметров предположенных точек. Которые не переходят. Не проходят только. Ну, да, конечно. Не проходят. Через одну и ту. Пару точек. Пару диаметрально противоположных. Ну, это не важно, конечно, строго говоря. Ну, давайте. Диаметрально. Так, хорошо, тогда. Тогда найдется точка. Да, тогда найдется точка. Пишите, 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 пусть люди видят. Принадлежащая ровно двум большим кругам. Принадлежащая ровно двум из этих больших кругов. Вот, ровно двум. Из этих больших кругов. Вот. Мы, значит, смотрите, мы тут даже не говорим, что найдется пара диаметрально противоположных, потому что если точка принадлежит двум, ровно двум большим кругам, то диаметрально противоположная точка тоже принадлежит этим двум большим кругам. Вот. И вот этот зелененький факт, которому мы свели нашу теорему Сильвестра Калая, не правда ли, дано было n точек на плоскости, получилось n больших кругов на сфере, вроде что-то другое. Но вот этот зеленый факт мы сейчас и будем доказывать. Валерия, расскажите всем, как это делается. Для конфигурации больших окружностей у нас есть некоторый простой плоский граф на S2, вершинами которого будут являться точки пересечения. Вершины которого – это точки пересечения. Да, значит, посмотрите, у нас что изменилось? У нас теперь граф вложен не в плоскость, но в S2. Но вы сейчас объясните, почему это ничего страшного. Объясните, почему это. Потому что мы перенесли взаимоотношения. Значит, ну... Смотрите, ну, вы же рассказывали, когда я это слушал без публики. Может, я попробую ответить? Да, ой, давайте, Тимур, ответьте. Может быть, потому что мы же будем применять затем формулу Эйлера, а она также верна и... Ну, значит, это все-таки не совсем ответ. Ага. Ответ такой, мы можем стереографически спроецировать... Мы можем взять как какую-нибудь точку, не лежащую на ребрах нашего графа и не спадающую тем самым с вершинами, из нее стереографически спроецировать сферу на плоскость. Тогда на плоскости будут, значит, вершины, соединенные дужками. Это будут вершины и ребра. И грани тоже будут. В том числе бесконечные грани соответствуют грань на сфере, содержащей точку, из которой мы проецировали. Вот, собственно, ради этого нам и нужна была бесконечная грань. Хорошо. Валерия, продолжайте. Объясняйте народу. Мы определяем плоский граф на нашей сфере. Да. Вершинами этого графа будут являться точки пересечения больших окружностей. Да. Обратите, кстати, внимание, что наш, ну, впрочем, это уже все настолько далеко ушло, что я даже не буду ничего говорить. Вершина этого графа – точки пересечения больших кругов. Так. А ребра этого графа? Сейчас. Точки пересечения больших окружностей. Да. Больших кругов. Да, больших кругов, да.
Так. Хотя, конечно, они на самом деле окружности. Так. Ребра. Ну, они... Вершины, точки пересечения больших кругов, делящие большие, большие круги на ребра. Ну, да, значит, ребра, дуги больших кругов между вершинами. Давайте так скажем. Ребра. Дуги больших кругов вот между вершинами. Так. Чудесно. Можем заметить, вернее, рисунок надо спустить, да? Простите, что надо? Рисунок может спустить. А, ну, ладно. Делайте, как вам удобнее. Нужный рисунок спускайте, рисунок поднимайте, рисунок. В общем, все, значит, полностью ваш выбор, я заранее все поддерживаю. Мы замечаем, что степени вершин, степени всех вершин будут четны. Чего? Степени всех вершин четны. Так, степени всех вершин четны. Так, ну я с этим согласен. Так, а давайте спросим народ, почему это они вдруг будут четны? Мы же вершину определяли как точки пересечения больших кругов. Так? Да. Валерия, нарисуйте какую-нибудь такую вершину, чтобы было народу понятней. Что-то ввиду позднего времени воображение отключается. Рисунок просто. Да, я сейчас спущу его просто. Да, ну можно спустить рисунок, можно нарисовать прямо это самое. Вот. О, вот. Вот теперь ткните в какую-нибудь вершину. Вот. Из нее исходит, люди, из нее исходит сколько ребра? Сколько ребер? Какая ее степень? Четыре. Да все так, четыре. Вот. А если бы проходил еще один большой круг через эту красненькую, то степень была бы 6 и так далее. Так, хорошо. Была бы 6. А, хорошо. Ну, по построению наша степень не меньше... Сейчас. А по построению наименьшая степень не меньше 4. Но поскольку мы ранее доказали, что это было... в связанном плоском графе есть вершины степени не более 5. Да. Ну все, тогда у нас следует существование вершины степени 4, и на этом доказательство заканчивается. Да, это, собственно, есть. Это точка, через которую проходит ровно 2 больших круга. Прекрасно. Так, понятно рассуждение? Народ. Понятно рассуждение? Может, кто-то вопрос хочет? Я хочу вопрос задать. А скажите, пожалуйста, а где мы использовали в этом рассуждении, что не все наши большие круги проходят через одну и ту же пару диаметрально противоположных точек? Ну, потому что если все проходят, то это очевидно неверно. Ну... У нас мы использовали, что по построению вот это вот минимальное, ну, то есть минимальная степень вершины будет 4. Да, и что? А где мы использовали в доказательстве, что не все большие круги проходят через одну пару диаметрально противоположных точек? Я ни одного упоминания этого условия не нашел. Не слышал доказательства. Это вот такая... Не, правильно понимаю, мы тогда получим
один большой круг. Почему один? Много больших кругов. Мы договорились. Лежат много друг много друге. Больших кругов, и они все проходят через одну пару диаметрально противоположных точек. И все гибнет. Так где мы использовали условие, что не все большие круги, что конфигурация не такова? Мы бы тогда получили, что у нас изначально все точки лежат на одной прямой. Нет. Значит, вот вы опять сейчас занимаетесь очень сильно неправильным делом. Я вам задаю конкретный вопрос про доказательства. А вы начинаете, так сказать, ходить вокруг да около, как изменить на политических дебатах. Тут математика. Так дело не пойдет. Итак, где же мы это использовали? Ну хорошо, ввиду позднего времени, давайте я вам объясню. Я напомню, что мы про наш граф плоский, ну или вложенную сферу, эта разница ничтожна, предполагали, что он никакой попал. Мы предполагали, что там нет петель, но петель там быть не может, да? Потому что два большие круга уже в двух точках пересекутся. И еще мы предполагали одну важную штуку, что не бывает там такого, чтобы две вершины были соединены двумя разными ребрами. Помните? Да, да. Без этого все эти наши рассуждения не работали. Очень хорошо. Так вот, почему же не может быть в нашей ситуации вот с этими большими кругами, что две вершины соединены двумя разными ребрами? Посмотрите. Во-первых, если они соединены двумя разными ребрами, то значит, через эти две точки проходят два разных больших круга. Такое возможно только если точки диаметрально противоположны. Очень хорошо. Значит, берем две диаметрально противоположных точки. Через них проходят, допустим, два больших круга. Вот. Но тогда мы должны предположить, что именно эти большие круги, то есть именно половинки этих больших кругов целиком являются ребрами. Но так бывает только в том случае, если никакие другие большие круги их не пересекают. А так возможно только в том случае, если все остальные большие круги проходят то через эти диаметрально противоположные точки. Таким образом, у нас получится граф, у нас может получиться граф плохой, в котором больше одного ребра соединяет две вершины, только если все большие круги проходят через одну и ту же пару диаметрально противоположных точек. А мы как раз заговорили, что этого у нас нет. И вот в этом месте это условие работает. Вот. Ну и вообще, по-моему, получилось очень красиво. Такая вся из себя проективная геометрия, казалось бы. А потом, и мы даже типичный проективный метод проективной геометрии использовали, дуализацию, переход к двойственному. А потом бабах, и пришлось воспользоваться топологией сферы, там, ну или топологией РП2. Вот это, ну поскольку формула Эйлера – это топология. По-моему, очень здорово. Большое спасибо докладчикам. Мои традиционные извинения за слишком бурную реакцию на различные вещи. Вот. Вот. А докладчикам еще раз спасибо. Юрий Михайлович, что скажете? Да, спасибо. Но я, к сожалению, больше там лично причин не слышал. Вот. Ну, конец весьма эффектный. Значит, господа, следующее занятие у нас 9-го. Значит, там будет комбинаторика. Наверное, напишу потом всем письмо. Значит, там будет комбинаторика. Расскажет. Вот. Про всякие там бесконфликтные очереди. Вот. Значит, если кто-то еще не проголосовал за лучший доклад зимы, то сделайте это. Вот, там на сайте есть ссылка. Ну, а все, спасибо большое. Так, Юр, тогда... Я выключаю. Тогда отрубай конференцию и да, снова зайдем. Я выключу это самое, да. Если ты вырубишь конференцию, то все
то запись тоже вырубится.